Добрый вечер. Добрый вечер и добро пожаловать. В прошлой серии мы ограбили поезд людей Худу и освободили апачи, которые те, видимо, использовали как рабов. Теперь, видимо, нужно возвращаться в Empire City. Как я понимаю, так я могу где-нибудь вас тут лошадку стащить. Так, посмотрим, куда нам теперь. Ну да, ну, в принципе, нас отправляют в Empire, все видимости, да? Какое-то задание есть, помогите? Нет. Такие дополнительные. Вот, лагерь. Ну хорошо. Буду дополнительные задания, возьмем их, а так пока... будем идти по основному сюжетному квесту. Это что такое? А, ты мне волков давал. Задание волков. Так, спустись. Уж много лун злобные волки донимают наше племя. Они вырывают детей из рук матерей. Они нападают и убивают наших пони. У первого шкура серая, точно дым. Он рыщет в поисках легкой добычи вокруг поселений и ранчо бледнолицых. Странно, мы вроде бы его убивали уже. Ладно, поехали дальше. Возьмем пока лук. Более подходите под эту местность. Обычный. Ух ты, индийский торговец. Так, ты, может быть, что-нибудь можешь предложить? Скажем, для усиления лука, то он какой-то совсем уж плохой. Чем я могу помочь тебе, о великий воин? Так, запасной колчан. Сколько у нас? Всего 10. Если мы ничего не можем позволить себе. Но лук у вас вполне можно усилить. Надо будет зайти. Идея с сильным луком мне крайне нравится. Горячие источники. Ладно, где у нас тут лагерь повстанцев? Вы свои ребята? Ну да. Ого! Ну и ну. Очень признателен. После удачного ограбления праздник. Хорошо, когда все хорошо, правда? Может, последний раз гуляем, пока Макгрудер не заявился. Когда я разговаривал с этим одноглазым мерзавцем, он сказал, что знал Неда. Это правда? Парень, во время войны Макгрудер нами командовал. Ты шутишь? Как это, Клей? Расскажи. Это случилось в конце 64-го. Конфедераты были в отчаянии. Макгрудер убедил Ричмонда отправить нас в секретной миссии. Он хотел найти Куеверу, древний город золота. Ходили очень слухи, много похожего на... из местных был в этом потерянном общего, городе. Точнее, со второй частью Коджа. Доктор Кэмпбелл, полагаю. Майор Макгрудер, Техасский кавалерийский полк. Если вы охотитесь на федералов, майор, то вам здесь делать нечего. Я не охочусь на федералов, доктор. Капрал Эллисон! Где крест? Не знаю, о чем вы говорите. Что он сказал? Он сказал, что когда-нибудь ты найдешь то, что ищешь, и этот день станет для тебя последним. Господи, Том! У меня нет времени на игры, доктор. Том, мы так не договаривались. Нашел! Опа. Ну, наконец-то. Он же выстрелил в голову. Неду. Ты сын, этот крест не принесет тебе удачи. Нет, так дело не пойдет. Кошмар. И как у нас Нед выжил после этого? Если бы я не испугался, как Нед, Макгрудер сейчас бы горел в аду, а не занимался своими адскими делами здесь, у нас. Ты хочешь сказать, он до сих пор ищет Куеверу? Война кончилась, но миссии его нет. Для него это как святой Грааль. Клей, перед смертью Нед сказал мне, что он мне не отец. Ты что-нибудь об этом знаешь?
Нет, парень. Хотя Нед никогда не переставал меня удивлять. Клей, ополченцы Магрудера, не меньше 20 всадников. Вперед! Я прикрою из Гатлинга. Возьми эту винтовку. Она мне хорошо послужила. У нас новая винтовка. Шарпс 1874 года. Шарпс образца 1874 года. Отличная дальнобойность и огневая мощь. Идеальное оружие для снайпера, любящего работать с безопасной дистанции. Вы это великолепно. Будьте наверху. Да, замечательно. Так, убираем тебя пока. Vamos, Колто! Pronto! Так, со вторым, скажем, частью Ходжа очень много общего, скажем. Там у нас был Барнсби, который искал золото стеков здесь. Магрудер. Щит тоже, вполне вероятно. Золотишко. Общая война. Также. Так, это. Клейт у нас прикрывает, да? Тихо, что ты делаешь? Хорошо. Чёртову дуру заклинило! Так, я попытаюсь все поправить! Держи их подальше от меня! Нет, не нравится мне это. Ну, в принципе, конечно, оружие было бы неплохое, наверное. Но не на таких ближних расстояниях. Стоять! Так, а вот тут, наверное, все-таки лучше. Тихо-тихо. Перейти на винтовочку. О. Нет, все-таки первый раунд я проиграл. Давай же. Чавес! Кабалас! Клэй не переживет этот бой. Хотя каким-то чудом он все еще остается жив. Кто здесь стреляет? Так, а вот ты появился. Вон они! Так, еще один бежит. Дружок. Так, черт подери. Хорошо, у нас голова. Коул, а ну бегом сюда! Клей, ты пережил это? Поздравляю. Я же тебя похоронил. Так, давай пока на пистолет переключимся. Ты герой. Ты останешься здесь и будешь защищать форт. Окей. Посмотрим, нет ли их уже в предгорьях. Но мы Гатлингом не пользовались. Как раз со второго ходжа, по-моему. Поехали! Так, я точно здесь должен стоять, да? Да? Кабальерос! Так, ты наш? О-о-о, ребята идут. Лучше не приближайся. Эх, коней жалко. Они бы нам могли пригодиться. Так, стоять, тараканы. Напоминает первую миссию второго коджа, когда мы против англичан воевали, пытавшись перебраться через мост, а потом уже через реку. Также на обум отстреливали толпы. Их, а потом еще из пушки палили. Топя их плоты. Форд хочет с тобой поговорить. Форд? Сюда. Видал пушечку? Да, мне она понравилась. Если они успеют разложить эту штуку. Началось. Что делаете? Что делать-то будем? А, сволочи. Как я выжил еще? Так, надо разнести ее к чертям. У нас тут коня где-нибудь можно взять? Вот так быстрее до мы добрался.
Ладно, пойдем пешком. Ух! Кстати, золотишко. Тихо. Так, а если мы скажем, сейчас переключимся на тебя и просто осторожно вас повыносим. Ай-яй-яй. Что-то чудом я допережил, главное сейчас не подпускать никого. Да, черт подери. Все. Пока там больше никого нет, остается с вами разобраться. Освежимся. Черт подери. Ты же по прямой наводке был. А. Сволочи. Хорошо. Ты что, не крапкается? Нет, немножко никого. Где вы? Ты золото. Надо будет сходить туда. Повелась. Окей. Кто-то палец здесь, я никак не могу его увидеть. Сейчас мы к нам спустимся. И закончим все эти... Это цирк. Заодно и золото соберем. Золотишко. Будет как... И чем улучшить лук. Окей. Ну, кто у нас храбрый? С томагавком побежал. Ну. Отлично. Уже не встанешь. Черт! Забудь. Так, я еще за пушку должен стоять, по всей видимости. Это неплохая мысль. Ну, как-то мы вообще полностью повторяем замысел Коджи. Атаку! Хотя это у нас игра пораньше вышла. Скорее Кодж повторяет. Ой-ой-ой. Смысл крайне похож. Сначала мы вас расстреляли из том... Какого там сына? Из гатлинга, а потом еще и... Начали разбираться с топовой пушкой. Так, окей. Хорошо. Да, восстание, видимо, идет успешно. Гляньте, как они драпают! Они взяли Клея! Там, в горах! Они везут его в Empire City! Но все, нам всем хана. Чушь собачья. Теперь у нас есть гаубица и пулемет Гатлинг. Бестолку, парень. Теперь они точно знают, где мы. Теперь мы поступим вопреки их ожиданиям. Нападем сами. То есть, когда они нападали на наш лагерь, они не в курсе были, где мы? Ты такой же псих, как Клей. Ну ладно. Что-то каньон. Так, у вас тут можно где-нибудь коня взять? И опять пешком заставить идти. Ну, в лагере, я думаю, должно быть. Так, убирай. Сейчас мы несколько повеселимся. Здесь достаточно уютно. Водопад. Скрыто за горами местность. Порт. Ну, погнали. Я наконец разберусь, откуда. А вы спите, Клея. Эту гаубицу в ущелье чуть севернее Эмпайра. Так что атака начнется, как только мы к ним присоединимся. Поехали, парень. Мы... Чего это? Речь прекращается. Обрывается, точнее. Как ударим? Придется двигаться через город как можно быстрее. Да ничего. Все будет в порядке. Когда возьмем мост в Empire City... Двигай в китайскую прачечную и проберись в опиумокурильную. Знаешь, чтобы они Клея не прикончили к этому времени. Там ты сможешь отыскать потайной ход, ведущий в подвал дома Худу.
Сдается мне, что Клея они держат именно здесь. Окей. Я боюсь, что когда они поймут, что проигрывают, они просто либо начнут им угрожать, и мы встретимся с Худо, который будет держать на прицеле Клея, либо просто прикончит его подместку. Убили Дженни. Окна пропали. Показалось. Так, кошка у нас уже здесь. Привет, ребята. Худу все утро стягивал людей в город. Сейчас у него, наверное, уже человек 30. Сейчас у него станет на 30 меньше. Я покачу пушку, а уж вы, парни, прикрывайте меня, пока я не доползу до места. Сейчас можем два пистолета носить. Не ожидали примерно такого визита, да? Так, еще кто-нибудь? Остальные снаружи. Так, один. Второй. Третий. А ты, герой, куда пошел? Ну, кто тут у нас еще? Думаю, спрятался? Нет. Думаю, пока все это идеально. Кто-нибудь еще хочет? Типа, ну, в принципе, там... Откуда вы? С ума сошел? Тихо. Тихо, ребята. Еще один. Голова с плеч. Это уже не смешно. Они на самом верху, на крыше. Что-то взорвать пока самим. Чем ждать, когда они взорвут. Так, вы где? Здесь или наверху? Здесь, ну это, в принципе, не страшно. Живой, что ли? Мое упущение. Давай. Как далеко ты, интересно, его будешь толкать? Еще на крышах могут вылезти. Все вроде бы идет очень даже хорошо. В городе не многолюдно. Кстати, где у нас? В какой стороне вообще? Буду где-то там. О, тихо. Пушки у меня много, так что по сути я пойду напрямую. Да что ж такое? Ой. Так, живой что ли еще? А это ты? Тихо. Стоять. Не бери на пистолет, все-таки. Прекрасное оружие. Давай, дружи. Клей даже не ранили. Крепно. Пополним запасы здоровья и возьмем упаковки. Отлично. Ну. Так, тихо, ребята. Один есть. Второй. Да сколько вас тут? Окей. Спрятался, да? Думаешь, не найду? А я найду. Из тяжелого оружия лучше стрелять тебе. Мазать нельзя, иначе нам конец.
Может быть, в коня попасть? Случайно. Кровавые отметины. Так, ты как-то еще выжил после такого? Ну ладно. Все, мы обложили их. Беги через прачечную и спасай Клея. Окей. А что, думаю, сами отобьете. Нас уже кто-то ждет, да? Ребят, ну что же сразу прятаться-то? Кстати, здесь мы были. Как раз искал здесь что-то полезное. Ну, значит, как? Вот как ты так, дружок? Давай, беги сюда. Поле в лоб, прекрасно. Тебе идет. Это еще что такое? Так, ты мирный? Кто там так ужасно хохочет, а? А ну, блинчик, вам. Сколько раздражаете. Так. Кто тут хохочет? Кому так весело? Я там случайно не мирного прикончил. Он его. А, нет? Азартные игры еще проводили. Никаких проходов не откроется. Вроде бы нет. Все по полной. А, ой-ой-ой. Я взорвал? Ладно, думаю, нам хватит. О, как он сейчас тебе устроил. Как бы так взорвать, чтоб меня не задело. Черт подери. Так. Истерик, ты где? Ну и ходы у вас. Что-то напоминает ход от крепости. И хранится. Пытаетесь, сволочи, да? Сволочи. Похоже, кто-то из твоих ребят надумал всех спасти. В следующий рассвет все они у меня будут встречать на виселице. А ты оптимиста вижу. Еще раз спрашивай, Клей, по-хорошему. А потом можем опять взяться за щипцы. Итак? Привет! Не хочу как-нибудь Клея ранить. Что, сбежал? Повода, ну... Черт, разве так побери, можно? Парень! Что здесь происходит? Атака. Мы пришли за тобой из-за худа. Он наверху. Коул, я не могу удержать револьвер. Я один справлюсь. Не беспокойся. Иди по туннелю. Встретимся в укрытии. Будь осторожен. И Коул, выпотроши его медленно. Обязательно. У меня с ним личные счеты. Черт узнал. Так, ребята. Все, парень, конец тебе. Взять его. Только ты оптимист. Законченный причем. Кто еще хочет вылезти? Куда? Ты убивал. Теперь моя очередь. О, тут еще и пожар во все. Тебе со мной не сладить, парень. Пора бы уж это понять. Ты уже мертв. О чем ты? Хватит прятаться за спиной Уэба, Рудобой и прочих бандитов со значками. Ладно, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому. Ой-ой-ой. Давай поговорим по-плохому. Ты не с тем худу связался, парень.
Ай-яй. Заботьтесь, моим количеством выпивки я тебя все равно прикончу. Кто-нибудь еще? Не хочу никого сзади оставлять. Вы еще и горите. Так, стоп, нет. Давай-ка мы вас пивнем для спокойствия. Видимо, хорошо, что я решил наверх погнаться за ним. Иначе бы меня ждала та же участь. Все сгорели. Единственный маркер, это, видимо, сам худо. Что это, внутри есть? Выпивка, отлично. Еще. Так, ну поехали. С тобой еще не закончили. Худо, друг мой. Где ты? Прошу тебя, парень, отпусти меня. Проси. Нет, не все, в этой жизни. Что захочешь. Я хочу кое-что уточнить. Начнем с парохода. Почему на него напали? Говори, пока я не вышиб тебе мозги. Нет, все равно их вышибу. У шлюхи было что-то, зачем он охотился. Сэдди. Так что, говоришь, у нее было? Я не знаю. Это было известно только проповеднику. Магрудер приказал ему вернуть это. Но чертова стерва спрятала эту вещь в лоцманском свитере. Видимо, крест. Потом рванули котлы, и он ушел на дно вместе с кораблем. Там воды футов на 10, тебе до него не добраться. В эту пору года обычно начинают таять снега, так уровень воды на добрую дюжину футов падает, а то и поболе. Спасибо, Худо. Ах ты, сукин ты сын! Что-то не видно, чтобы тихо. Горожане бросились вам на помощь, мистер Мэн. Я все делал правильно, надеюсь. Меня зовут Худо Браун! Будем писать это последними словами. Ты им был. Вот мы отомстили за Дженни. Ух ты, новый кольт. На револьвере, покорившийся запад, 45-й калибр, высокая скорострельность, быстрая перезарядка, изящная отделка. Худо никогда не расставался со своей парой кольтов. Парой? Теперь у них два? Да. Выглядит он жутко. Хоронить уже не глумить. Жаль, что ты не можешь остаться, парень. Ты бы мне мог здорово пригодиться, когда вернется Магрудер. Надо забрать содержимое сейфа. Есть шанс одолеть Магрудера с его помощью. Но сначала в Додж. Додж? На кой хрен? Надо потревожить покой одного медвежатника. Так, чтобы не лежало в этом сейфе, Магрудер, оно дороже жизни. Так что, если я успею первым то добыть, может быть, не... может быть, мне все же достается шанс довести до конца то, что не успел сделать Нед. Окей. Так, что у нас за оружие теперь? Два револьвера? Как это у нас выглядит? Великолепно. Вспомню старые добрые времена. Ну, тут, как всегда, местная перестрелка. Хорошо, я думаю, здесь мы остановимся. Пока что все. Доброй ночи.